кто тебе денежки платит? У нее попа на миллион. Дракула. Да какой Дракула? Эрнст писался еще в штаны. Откуда ты знаешь? Я умная. Привет. Всем привет, это Like EQ, и с вами Кристина Санько, а это снова Виктор, мой муж. Привет. Сегодня мы будем играть в челлендж. Когда мы делали его в прошлый раз, нам сказали, что продолжайте еще. Очень прикольно все получилось. Мы сейчас пришли на берег моря, чтобы немного покупаться и отдохнуть. И мне пришла в голову мысль немного поиграть вместе с вами. В общем, у нас сегодня будет челлендж «Отгадай слово». Я думаю, многие из вас знают эту игру. Это когда на лоб лепится какое-то слово, а другой игрок пытается его отгадать. Так как мы уже очень хорошо знаем друг друга, мы, наверное, будем очень быстро отгадывать то, что загадали друг другу, поэтому я решила прибегнуть к помощи. В общем, я нашла приложение, которое называется «Отгадай слово», и здесь уже есть карточки по теме. В общем, можно выбирать любую и пробовать. В общем, тема – видеоблогинг. Выбираем «Приложите телефон ко лбу». Прикладываю. Правильный ответ вниз экрана, неправильный вверх. А, это какой-то видеоблогер? Да. А, канал его так называется? Ну, называется. То есть канал называется в честь его имени, как бы не просто название. Название. Название канала. Это канал. А ты должна говорить? Да. Это ну, юморной. Смешной. Там один человек рассказывает? Да, ну у него иногда есть компания. Мужчина? Да. А, он обозревает видео? Это бьюти-блог? Ты его смотришь? Ну, раньше смотрел. Это старый какой-то видеоблог? Нет, не очень. Недавно появился? Ну, так себе. Ну, давай быстрее, 13 секунд осталось. Я не знаю! Ну, такой. Это маленький блогер? Ну, какой нормальный большой блогер? Взрослый, больше 35 лет? Ну, наверное, 30 где-то. Он русский? Чем-то. Не русский. А, дневник Хача? Да. Блин, все? Давай, давай. Есть знаменитости, кино, певцы. Ну, давай это. 90-е. Ну, давай 90-е, что там? Давай. Прикладывай телефон ко лбу. А что 90-е, там что может быть? Там что угодно может. Пошло, такая передача. Вообще не помню, просто. В 90-х там был. На везение, короче. Игра на везение. Игра на везение, отгадать. Местоимение и везение, понимаешь? Местоимение и везение, я не смотрел. Местоимение и потом везение. Я везунчик. Типа того, но переиначе. Не везунчик, а синоним. Я... Не синоним, я везунчик. Крутой. Я счастливчик. Да, только не оп! Я. Ну ладно, правильно. Это в нее играли, типа так, Дэнди. Так я должен говорить? Да, давай, быстрей. Из Сега? Да! Оп! Правильно. Машина такая крутая, с таким значком. А почему Мерседес? Да! Быстрей! Вот результат. Ты, значит, у нас... Я крутой. Ты отгадал 2 из 2 слов за 60 секунд. Ты практически все слова отгадал, потому что я хорошо объясняю. Я выбираю тему. Давай мультфильмы. Мультфильмы, давай, мультфильмы. Начать. Прикладывай. Вниз правильно, вверх неправильно. Угу. Приложил, все, пошли. 3, 2, 1. Ну? Поехали. Это такой один, он с луком стрелял, такой с шапкой. Правильно, вниз. Вот, правильно. О, это такая девочка такая, на лианах. Девочка на лианах? Ну, женщина, девочка. Да нет, на лианах, это мультик, диснеевский. Такая везде, она тоже принцесса, что ли. На лианах такая девочка. Да она сейчас везде, блин, была только что. Рапунцель? Да нет, Рапунцель она с волосами, как она на лианах будет? А что за девочка на лианах? Ну, девочка не русская. А, Покахонтас? Нет. Молодец ты. Давай дальше. Моана была вообще-то. А это такая... Она это такой некрасивый мальчик и красивая девочка. Сказка тоже. А, «Красавица и чудовище». Да. О, это такой, он прятал котлету в живот. А, котенок Гав. Да, вниз. Правильно. А, он, Алиса все время смотрит. Маша и медведь. Блин, ну ладно, все равно я много отгадала. Завершись. Я отгадала 4 из 4 слов за 60 секунд. Не. Кстати, Моана не на лианах была. Она чего? Она в воде, она вообще с водой была связана. Там ни одной лианы не было в мультике. А я что, смотрел Моану, что ли? Ты не смотрел, поэтому давай. Выбирай любую тему.
Давай персонажи кино. Давай. Персонажи кино. Приложил. Угу. Вот. Вот. Так, начинается. Я не знаю. Ну, кролик. Роджер. Да. Хоп. Правильно. А, Сойер. Том. Ну, да. Ты как-то так... Слишком ты нельзя так говорить. Платье такая с туфелькой. Которую туфельку потеряла. Золушка. Да. Вниз. А, Джей и... Молчаливый Боб. Да. Ну, ты говоришь начало. Одним глазом. Глазом? Да. Циклоп. Правильно. А я не знаю. А, это который дрался, так, по-моему. Да, да, он дрался такой, мускулистый, дрался такой. Хопа, хопа. Такой известный мультик. Зеленый такой? Не мультик, а фильм 90-е. Там еще зеленый Сталлоне такой? Играл. Командос? Нет, Сталлоне. Сталлоне? Такой дрался, дрался. Хач, мач, мач. Да все мальчики любили его. Сильвестр Сталлоне. Да, в каком Терминатор? Фильме? В каком фильме? Да все Сильвестр мальчики Сталлоне. Его обожали. Судья Дредд? Нет, ты прям, это старый, старый мультик. О, это же боксер такой. Да, как его звали? Ну все, ты не успел, посмотри, кто это. Ну как Рокки ты, Бальбоа. Ну что, не смотрел? Я все равно выиграл тебя 5 из 5, ля-ля-ля, бе-бе-бе. Нет, ты, ну попробуем. Ну давай. Он такой играл в 90-х тоже в бригаде. Кто? В бригаде играл. По-моему, зря эту тему взяли. Ну, Саша Белый он был. Не знаю. Ну он... Я не смотрел. Ну он не без ноги, а? Без руки, а без кто? Руков. Да. Вот, правильно. О, это такой певец, он все время красится такой. Так поет. Да. Вот так поет. Вот, это такая девочка, у нее попа на миллион. А, Ники Минаж. Нет. А, это Дженнифер Лопес. Да. Это такой мальчик сейчас поет все время. Джастин Бибер? Нет, такой русский, красивый такой мальчик, сладкий такой. А, это. Как его зовут? Ну. У него фамилия, как будто остров какой-то или там гора какая-то. Егор Крид? Да, быстрей. Все, спасибо тебе. Я даже не знал бы, как это отгадать. А, спасибо. Ну, это группа тоже. Ну, я бы и не догадалась. 4. Да. Знаменитости. Тема знаменитости, давай. Ой, забыла. Ну, он тоже такой известный, в 90-х фильмах все время играл. Тоже всякие драки, боевики. А, такой лысый. Да. Это же как же его? Да. Ой, ну это же мой любимый актер. Да, которого ты забыл. Да, я его забыл. Я забыл его. Жан-Клод Ван Дамм. Вверх, не отгадал ты его. Ой, певица такая с моим именем созвучная. Не успеешь. Агилера. Правильно, вниз. Но ты все равно не успел. Ладно, давай 90-е. Давай, попробуй. Я буду отгадывать? Да. Ты же дитя 90-х. Ой. Это я не знаю. Ну, какой-то да? фильм. Ну, не знаю, но он наверх. Такой летающий, черный. Я точно знаю. Ну, как птица. Дракон? Нет, птица. Самое распространение, Ворон. Да. Такой фильм, он еще такой зеленый был, смешной. Халк? Нет. А, зеленый кто? Но, а, Шрек? Нет, ну он одевал и зеленый был. У него собака еще потом зеленая стала. Маска? Да. Все, правильно. Ой, такой плохой, перевод его есть. Гоблин. Да. О, вот эту, которую убили. Мы сегодня только что про него говорили. Канал он основал первый-то. Первый канал его был. У него имя, как у твоего папы, сокращенно. Влад. Ну, Дракула. Да какой Дракула-то? Канал первый основал Кристи. Первый канал основал-то. А, Эрнст. Умер. Такой Эрнст. Влад Листьев. Эрнст. Эрнст писался еще в штаны, когда там. Ой, твой любимый журналист. Все? Мой любимый, да, все. Как я могла не отгадать его? Я ребеночек. Там очень простые слова. Ну и все, я тебя победил. Давай. Давай. Вот, вот. Когда кушают, вытираются ей. Слюнявчик. Нет. Полотенчик. Еще. Салфетка. Да. Хоп. Правильно. Играют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ксилофон. Нет. Пианино. Да. Хоп. Открывает так. Хопа. Ящичек. Нет. Сундук. Открывает и входит. Дверь. Да. Хоп. Такие му, такие вот. Коровка. Нет, ну у коровы что? Бык, рога. Да. Хоп. А, есть такой жум-жум. Мотоцикл. Правильно. Хоп. Ой, еще бы ты не догадался. Такая теплая, одевалась Шуба. Зимой. Да. Хоп.
Моют руки. Мыло. Правильно. Хоп. А, когда все спят. Сон. Нет. Кровать. Ночь. Вот так надо. Тишина. Правильно, вниз. Хоп. Такой с гривой. Лев. Да. Хоп. Правильно. Ну и сколько же я отгадал. Написано в начале было: приложите к голове своего ребенка. Все, зато я выиграл. Советские фильмы. Давай, давай. 3, 2, 1. Ну? Пуск. Они такие, их несколько. Они. Джентльмены удачи. Да, откуда ты знаешь? Я умная. Ну? Ты у меня кто? Красавица. Нет, ты мне кто по... Жена. Да, а какая? Жена прекрасная. Ну еще? Жена чудесная. А по возрасту? Молодая. Да, вниз. Молодая жена. Что за фиг? Не знаю. Он такой, у офицеров такой, вот сюда втыкается такой. Кортик. Да. Горизонталь, а по-другому? Вертикаль. Да, он его вырезал, и он стал плохим. Потом человеком стал. Пересадил. Пинокио? Да нет, пересадил его. Что пересадил? Сердце. Да. Собачье сердце. Да, вниз. Ну, 5 из 5 слов я отгадал. Теперь я. Давай ты и заканчивай, а то уже солнце я садится. Я буду видеоблогинг. Классная тема. Вот. Ты догадаешься? Да. Давай. Трумана. Трумана? Ну вот, Трумана. Так называется. Шоу. Да, я говорю там, та-та-та, разворотов. Что мы делаем? С разворотами мы рисуем, как это называется, полностью. Мы что делаем? Там клеим, вырезаем, там. Дяйвай! Нет. Называется разворотов. Не знаешь, тогда делаешь вверх. Ты, наверное, не знаешь. В начале, когда там пишется, например, у Макса плюс 100-500, такая штучка на черном фоне красными буквами. Типа, это мое сугубо личное мнение. Не обижайтесь, как это называется часть видео. Превью. Нет. Шмуймы. Дисклеймер. Я бы вообще выиграла эту тему, если ты мне нормально рассказывал. Ну давай, ты ее поиграй. Все, играем и давай видеоблогинг. Солнце садится. Все? 3, 2, 1. Давай, выиграешь меня, нет? Они там друг на друга орут все время. Вот так вот, друг против друга. Версус? Да. А что они там еще делают? Ой, вверх поднимай, я тебе не знаю, как это объяснить. Вот, как бы, тебя смотрит кто? Вот, подписчики? Нет, вот ты... Зрители? Нет, вот... Аудитория? Да, вниз. А кого ты привлекаешь? Подписчиков? Нет, нет, привлекаешь. Кто тебе денежки платит? Партнерка? Да нет, нет. А кто? Рекламодатель? Да, вниз. Такой молодой поет, иностранец, американец. Джастин Бибер? Да, вниз. Ой, а когда плохо делают? Дизлайк? Нет. Когда у тебя было мало, стало много. Хейтеры. Нет. Было мало подписчиков, стало мало, много. Плохо делают. Программами. Что делают? Накрутка. Вниз. Вот так мы прикольно провели время. Это очень классно, когда с собой нет карточек, и можно зайти в приложение и вот так вот поиграть. Так что мы сохраним его и будем, наверное, вот так играть с друзьями в компании и, наверное, так вот наедине. Даже с пляжа все ушли уже. Даже уже с пляжа все ушли, а мы все еще играем. В общем, игра затягивает. Саида Пак, спасибо, что смотришь мое видео. Лена Славская, большущий приветик от меня. Тамирис Жамугалиева, приветик тебе от Like News. Мария Березенко, тебе привет от меня. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, делайте еще такие прикольные челленджи. Если у вас есть идеи для челленджев, обязательно пишите об этом в комментариях. И будьте креативными, я вам в этом помогу. Удачи, до скорого. Пока! Yeah.